Но это было написано в афганские времена, когда одно время было такое шуточное приветствие. Встречается в церкви, да, Аллах Акбар, там Аллах Акбар. Песня очень тяжелая, но я попробую. Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Мне было тошно в жизни той, я жить как все не смог. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. И над могилой отца заплакал, наконец, твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и рушится скала, и очередь наискосок дорогу перешла, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, плей склон и перебит дозор, видишь в атаку батальон, Аллах Акбар, майор, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем там в сенковых гробах, ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах, 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 Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется в Кандагар, его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар, Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Бывает город Кандагар, живым уйти нельзя, и все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах, Аллах, Аллах.